Юля, с очередной медалью. По-моему, это уже не первая медаль, первая из России. Ну как вам сегодняшняя медаль? Она такая, по-моему, получилась трудовая, хорошая медаль. Ну, что можно сказать, трудовая. Боролась, мне кажется, только сама собой. Полгода готовились к соревнованиям. В общем, получилось то, что получилось. Но трудилась. Результатом довольна? Или все-таки рассчитывали разменять, по-моему, сколько показали? 40? Результат получился личный, но так как планка соперников выше, поэтому, естественно, хочется, чтобы и свой результат был показан выше. Ну, теперь новая цель есть, это рекорд, да, устанавливать? А летом тоже будете десятку? Да, летом еще 10 километров. Ясно. А есть какая-то международная, как бы, тематика? Есть мечта международная? Конечно, как нет. Олимпийские игры хотим выиграть. И юношеские? Олимпийские игры. Вот такие общие Олимпийские игры. Кубок мира в этом году, чемпионат мира среди юниоров. У нас, просто будет проводиться, если будет возможность. Надеюсь, что допуск дадут вам, и вы будете выступать, заявку, да? Заявку подали, ждем ответа. То есть ждем ответа, заявка уже подана? Да. Надеюсь, что все будет хорошо и что вы выступите. А так мечта об Олимпийской победе уже, конечно, да? Конечно. То есть надо восстановить? Главная мечта каждого спортсмена. Надо доказать традиции, победные традиции мордовской ходьбы? Вот желаем успехов, чтобы все получилось. Спасибо большое, Юля. И напомнить, кого у нас представляете, какой регион Мордовии? Регион? Саранск? Ну, да, Саранск. Город Саранск. Да. Столица. То есть у вас все регионы присутствуют. И город Саранск, и районы. Вот да, такая дружная команда получается, очень, да, Мордовия? Очень много состав. Много. И в каждом районе свои звезды есть, да? Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. Так держать.